О многих встречах на польской выставке мы вам рассказывали, дорогие товарищи. А вот еще одна. Интересно, о чем беседует герой, покоритель мирового океана и покоритель космоса, дважды герой Советского Союза, Георгий Тимофеевич Береговой и Кшиштоф Барановский. Нам легче все-таки. Это вы говорите? Там переворачиваешься. Но как нет? Там уже устойчивая орбита. Да. Она никуда не денется. А здесь, да, так сказать, вводных всевозможных изменений курса очень много. Да, но человек может, кажется, сделать чего в космическом корабле. Изменить орбиту. Может делать самому. Может. Может. У нас тоже есть секстанты, да, кстати сказать. Да. А там невесомость. Там, да, пузырька тоже нет. Так. Вот там сложнее. Там мы от горизонта в основном все мели. Так труднее. Это у нас горизонт был. Так труднее в космосе? Нет, проще. Там нет, так сказать, таких колебаний больших. Возмущающих явлений нет. Да. А у вас много возмущений. Поэтому точность замера у вас была, конечно, меньше. Потому что это болтанка. Да. А у нас точность замера была выше. Но одиночество человека в космосе не... Как он нет, себя... Столько много радио, столько много, да, разговоров, да, что одиночество мы не чувствуем.